Да, плюс надо забыть и все. Она вроде с десятки тоже выпадала, как только вышла. А! Тебе сапоги нужны? Да. Вот и давай лучше тебе там его сорвало. Бойчику нужно. Канал в спек. А, ну да. Ну, спасибо. Спасите, ваше спеки. Ты, Макс, опять там, верно, от микрофона за 2 метра сидишь, он еле-еле слышит тебя на 200 процентов. Да я говорю, я стрелой хаоса сквозь щит бью, и урон щиту не снимается, блядь. Это тоже, короче... Так, это ж он, Сосуна тоже крылья жмет, и он тоже, помимо щита, там стреляет. Ты где привязался, разбудил меня. Угу. Короче, это, смотри. Если к мубу можно заевейдить, типа, ну похуй, это убивает. Все равно, может быть, бежать придется. Окей, давай, ладно, давай убьем тебя. Мы один раз заевейдили и 30 минут просто убивали, искали. Не, ну типа, смотри, мы, короче, вот тоже там, в том вечернем стадии, вот тоже, типа, если падаем, походу, типа, просто собираемся в 3 человека, кто может контролить и бежим. Давай убьем, поебать, как мы все равно. За алебарду обидно. Запал, я тебе говорю, вот там вот есть Ринда, короче, девка вот эта Настя. Она, блядь, на ретрика собрала все злоколебли. Просто все, что есть, короче, с КМ сейчас. Она собрала все. Запы, алебарду, блядь, короче, плащ, спину, короче, с руля ХМ. И ретриков нету, блядь, Фредди обычно никогда. Вот только один добавился вчера, какой-то Алистар или кто хуй помнит. Да я смотрел там по ДПС, очень все серьезно было. Да вагон! И еще плюс, короче, Боб подал на нубе, блядь, не вовремя. Типа, отдал, типа, в КД, когда не было команды. Троим, типа, три Боба. Зато, короче... за то, что половину тех, кто ходили постоянно и ВК, турнули на второй рейд, который 50-50 не светит, ну да. Все, привет, Андрей, залей ману, пожалуйста. Ну я не знаю, я в том месте просто сказал бы, что вот, можно я буду ходить в пятницу, я там условно тот день занят и все, блядь. Я просто этого Кирилла постоянно заебываю что-то. Да его надо заебать, пускай он формирует нормально. Типа, не знаешь, типа, не в плане там, типа, короче, там, прям типа, что выебываю, сижу, что-то, ну в плане того, что. Сижу, блядь, и говорю, блядь, я с ним в рейде иду или нет, нахуй, или охуй. Говорит, идет, нахуй. Чё-чё-то. Такими моментами я заебываю, и всё. Вот Каражан я не хочу ходить. У них, блядь, Каражан, это пиздец. Ну, типа, это правильно, с одной стороны, типа, они хотят закрыть это всё. Давно. Ну, блядь, 4-3 дня по 4 часа, это пиздец какой-то просто. Тупо на опере? Ну, да. А ваш рейд, вот в котором сейчас. Там уже можно, блядь, наверное, играть, короче, что говоришь? Я спрашиваю, ну, вы этим составом докуда дошли, Каря? Да, рано. Ну мы только рано троили, типа. Мы вот в прошлые разы, короче, типа. В прошлое, когда мы, скажем, учились и типа упирались чуть-чуть, короче, он заявился, все. Вот в этом мы бежим тут. Сейчас все. А оперу что-то ходило, да, убить в хэме? Тяжело.
Короче, нам 2 минуты, сейчас вообще. Кто с бафом не выходит? Алло, вы чё, рофлите? Не кричите, блядь. Вадик, а ты до этого Warcraft играл? Да, на X2 магом. Ага. Так, короче, вернулся. Касаемо оперы, типа, чуть-чуть видел. Короче, мы трайли, учились рано, потом, короче, у нас на второй рейд, на второй, когда у нас не было ДЦ, мы тут в этом Каражане, словно долбоёбы бегали, потратили хуже сколько времени, не знаю зачем. И вот, сегодня пошли, вот, собрались более-менее нормальный состав. Они Мороза трайят. Второй состав. У меня, короче, это Андрей, у меня, возможно, через час, через полчаса из ветотрубит, оказывается, там объявление висело, мне только что родители сказали. Через час, через сколько? Иди за генератором. Жестку включай. Классно. Ну, блядь, будем идти, пока не отрубят. Все, через отрубится. Я имею в виду то, что я могу в рандомный момент отрубиться. То есть... Ну, я понял. Опять где там пацаны залетят на фотосессию, да, типа? Чего? Ну, ты фотки там сбрасывал с пацанами какие-то фотосессии, на. А, да это на альбом, на это, типа, прощальный. Чё, Петь? Чё, кого? Чё, ты спрашивал или чё, я проебался? Да не, я говорю это, а опера по сложности с чем можно сравнить её? Ни с чем. Ни с чем. Чё, даже проще, да? С прыщом на жопе, вот знаешь, который такой болит. Блядь, ну механики, смотри, механики очень простые на опере, блядь, ну, банально простые. Но там просто от каждого, вот один проебался, блядь, всё, один ветерок проебали, всё, вайп, нахуй. Ну, типа, вот такая хуйня. В этом заключается сложность, просто. Там ветерки ещё этих хуёво видно, типа, бывает. Бывает, не успевает срезировать, бывает просто там кашоты нахуй, все. Там, блядь, вот, хп, блядь, знаешь, как эквалайзер какой-то на басах лютых просто, верх-вниз, нахуй. Особенно. Они собираются фиксить эти приколы все? Ну да, через 2 месяца пофиксят 100%. Ну, нерв, да, где-то будет, там, поближе к ЦЛК, наверное, мне кажется. Груля не понерфят. Ну, кстати, сколько гильдий закрыл Икару? Типа 3 гильдии? Статиков сколько? Бля, я честно скажу, вот, бля, буду. Такого груля ХМ я еще проще не видел. Груль ХМ вроде простой был, потому что даже наши закрыли. Вообще, типа, изи, бля. Просто долбежка, ну, долбежка, короче, 30 минут, все. Весь босс, нахуй. Силь бей, все, нихуя нового. Отбегай, типа, бей, а вот отбегай, раньше, вся стратегия. Раньше было, короче, так, что, типа, если ты не убиваешь за один пресет, короче, олма, все, это вайп. Если у тебя не хватает ДПС, ты не пройдешь королей. Сейчас похуй, типа, есть у тебя, условно, по 10к, там, по 9к ДПС. Собаку отвел, убил, все, спокойно перевел. Дальше берешь следующего, кто там открылся. Да там для хилов, так сказать, непростая задача. Там много дамажат эти вот АУЕшки. Идите. Ну, сложность груля была в это в ваншотах, а не в прохиле. Выходите, кыш. Ща резну человек. Это не человек, это урк. Шрека, это ладно. Урк, который должен умирать. Собственно, и исполнять. Что будет после этого? Вот ЦЛК должно выйти уже по логике вещи, да? ЦЛК, да. Ну вот, сколько? 47 дней до конца сезона, вот примерно в этот момент, плюс-минус неделя. ЦЛК, потом Зуломан.
Потом целка Гер. Да, потом целка Гер, потом ОКЗС. А, ну еще раз будет. Они планируют что-то там искать с плато. Короче, я тебе скажу, Ануб сложнее, чем Руль Майнхэм. В раза два, наверное. Вот для меня вот еще показалось, вот который контент я закрывал вот с ними, самым сложным это было типа Опера, а после Ануб. Дальше все остальное ездит. Типа. Все упирается либо в ДПС, либо в прохил, все. Не, ну типа смотри, сейчас оно побивается как манекен, вот, просто пулишь трэш на блок танка, потом вот трэш заливаешь. Да не, даже мы когда первый раз в ВК пошли, ну типа неплохо было. Типа оно сейчас убивается просто, ну типа главное, чтобы у тебя было 6 хилов заряженных, блядь, просто заряженных. Аркан? 2 шама, 2 хипала, блядь. Нет, они делятся первый. Молния. Ой, ладно, все, давайте потом это чередовать, короче. Да не, нормально, молния первая, хорошо. Пофиг. Макрос проверен, макрос работает. Сопроты тут прям. Сопроты прям? Да. Да, да, да. Так, короче, сразу же, блядь. Все пьем? Да. Окей. Ну, ДЦ не знаю, там. Сум. Нет, ДЦ СПД в класс пьем. Да вообще, типа, ДЦ нон-стоп под СПД тут. Я всегда тут под БКшными фластами хуярю, да, везде. Везде собрать. Да, но это актуальный контент, тут и надо как бы БК-фласки. Не, ну, я в плане именно ДЦ пьет, не я, все остальные тут. Вот. Ладно, короче, все, давайте по теме. Теперь получается, бойчик, квадраты, Макс, крест, я, Луна. Дальше... Войт справа, Женя слева, дальнюю метку забирает. Что? Ну, он где-то гуляет. Ладно, похуй. Шкаф сум. Короче, дальше. Дальнюю метку забирает у нас Петя и... Давай Сацуна. Подаван также, короче, забираешь метку приоритет у ДСшника, ну, либо тут, который рядышком с тобой, любая, типа, тут забираешь. Владюха и Кенкай, смотрите, короче, вы стоите в трусах, блядь, и смотрите на две стороны, короче, где прокает больше меток. Че будет прокать? Типа, на полу появляется такая синяя лужа. Ваша задача по одному человеку туда зайти. Если хотя бы одна метка будет пустая, это 90% вайб. Ну, короче, это вайб, блядь, даже не буду обсуждать. В каждую метку должно быть один. Может быть такой момент, что типа в ромку кинет 4, либо в сторону сюда кинет 4, то бишь. Но тут больше РДДшников и еще плюс танк, типа. Но 90% ваша задача контролировать сторону ромба. Можете закрывать где-то вот здесь, у Жени, типа, или же закрывать, короче, там у Войда, типа. Ну, давай, вот Владюха будет бегать вправо, а он влево, чтобы не путаться. Ну вы смотрите по ситуации, где прохнуть. Может, блядь, с одной стороны три штуки прохнуть, это фантом ебаный. Ну да. Смотри, а, Макс, твой крест... ты заходишь, и они пропадают сразу же? Нет, ты заходишь, смотри. Ты заходишь, в нее встал, она взрывается, ты можешь зеленку поражать, типа. Вот появились метки, зашел в нее, прожал зеленку, она взорвалась, пошел дальше бить босса. Типа она пропала, ты пошел бить босса. Ну это поймешь. А если несколько подряд? Там есть таймер. Понял. Короче, типа, смотрите, вот это будет для вас один из моментов. Теперь аннигиляция. Аннигиляция у нас первый босс. Сейчас будет на первом боссе у нас появляться сфера. Сфера будет появляться сбоку от босса, короче, слева либо справа. Ваша задача убивать эту сферу, и вас будет вешаться на вас на одного человека, который забьет эту сферу. Условно, кто в себе не уверен вообще, кто не знает. Не знаю вообще, что будет происходить. Сферу не добивайте, то бишь, смотри, КНК, типа, вот, особенно касается тебя. Ты бьешь сферу без дот, не знаю, можешь, типа, ну, я не знаю, как ты без дот ее будешь бить, конечно. Ну, давай короче, сферу старайся не добивать. Если ты добьешь сферу,
Те озвучат, типа мы озвучим тебе, но тебе есть нестабильная энергия. Твоя задача, короче, сбить каст аннигиляция. Тут будут разные касты кастоваться, типа именно надо сбить аннигиляция. Он такой длинный будет, долгий сам каст, его тебя озвучат. Для этого, короче, у тебя, если у тебя не изменен интерфейс, у тебя будет по центру экрана появляться кнопка плюс, и тебя сейчас скинут на кросс дискорд, и вот ты тоже сделай, поставь на панель. Чтобы у тебя было, если кнопка не прожимается, жмешь макрос. Потому что если ты не заберешь каст, условно, это вайп. То бишь, если не закрыем лужу, типа, ну, сферу, тоже вайп. То а бишь, на первом боссе... кастовать аннигиляцию? А? Кто ее будет кастовать из них? Вот это первый босс, Ромб будет. LG, который вот, блядь. Потом, а если следующий босс, у нас может появиться либо аркан, либо бой, типа, вот этот пон. Это будет, смотри, если появляются трусы ты просто идешь в мили-зону и встречаешь, ничего не делаешь, все, типа, фкашишь. Если появляется следующий аркан, это будет метки на полу появляться. Зона ответственности я распределил уже каждого игрока. На первого босса все стоят по своим меткам, чтобы будет прокать, короче, проводник ты тоже должен отслеживать. Его озвучат, типа, но ты должен отслеживать. Если прокать тебя проводник, ты сразу бежишь, условно, ты бьешь вот в трусах, а тебе прокнул проводник, ты бежишь просто вправо, вот сюда отходишь, блядь, вот сюда остался, понял? Либо влево, похую, типа. Ну, типа, ты проводник должен наноситься 100%. То бишь, первая фаза, аннигиляция у нас будет, это убиваем серы, на вас вешается дебаф, этим дебафом сбиваем каст. И второй момент будет вешаться проводник выносим, все. Если второй выходит аркан у нас, то бишь, просто надо бить босса, и если скажу стоп на ДП, значит стопайте, если типа руны прокнули, побежали на руны, стали, все. Третий босс манекен. Вопросы? Макрос скинули ему? О, флут кинул. У меня не вопрос, а дополнение. Войд, ты прохиливаешь сзади РДДшников, я прохиливаю впереди милишников. Все. Так, короче, вдвоем хилите, я не знаю, он же ДЦ, блядь, как он где будет прохиливать? Он щитует и ход, и там... Зад — это крест и квадрат, это зад. Так, макрос я сделал, вроде. Если что, если у меня получается, то я должен кикнуть это из заморозка разума, да? Не заморозка мороз, а этим макросом, либо же появляется у тебя кнопка дополнительная. Но она появляется только в том случае, если ты добьешь сферу. Если ты не уверен, что можешь сбить каст, лучше сферу не добивай. Сбить каст только можно нестабильной энергией, которую вешают после убийства сферы. Понял? Угу. Ставлю рыбу. Бля, мы с ним долго тут. Ставлю рыбу. Короче, если не уверен, просто бей сферу, но не добивай ее. Пускай добьет там Петя или... Да, но я дота не буду на нее вешать просто. Ну, бурсту в первую сферу сдавай. Если дота не вешаешь, там уничтожением хуярит, ну бурсту сдай, потому что надо первую быстро бить будет. Мы сферу сдавать не будем тут. Окей. Макс, ты в кресту. Это зона Войда. Максу саппорт дали? Так, все обязательно выпьете саппорты, короче. Войд под СПДшкой у нас. Я, можно тоже без. Так, я тоже саппорт выпью. Какой, блядь, без? Пей саппорт и еще магический доспех одевай. Это самое, Андрей, слушай, Гера даем в Аркан или в Аркан? В Аркан, да, в Аркан. Хорошо. Все, чек на пул. Смотрителя бурсты. Подожди, у меня вопрос, а только появляется аркан, сразу Гера даем или начинаете бить Гера даю? Скажут. Хорошо, скажут, так говорить. Короче, Макс, дай я СТС по Войду тоже. Он что-то пиздец дырявый по ХП вообще. Так, еще раз чек на пул и будем бить. Все готовы? Макс готов? Все, доведем пул, поехали. Лапку. Ну, скрипите проводник, хорошо, все стоим. Сфера, по сфере сырали сразу. Петя на тебя, если что. Петя, сбивай каст. Сфера свищенец. Надо. Бабка на тебе.
Бейте завтра, свербейте на всякий случай, что будет. Бей, Макс, Макс, каст, хорошо. В каком-то проводник, Мили. Кай, проводник, блядь, не вынес. На нестабильной энергии на тебя, Андрей. Угу. Сбей каст. Опять на квакс. Макрос, макрос. На РНЖ можно делать это. А, да? Понял. Да. Проводник. Мне нахер макрос пропал с панели. Понял. Кнопка у тебя появляется? Петь не стала, мне проводник. Угу. Скажи когда. Собью. Угу. А у меня опять проводник, нет? Ком-то опять проводник. Кинкай, выбежи, Кинкай. Кинкай, выбежи. Макс, вставай, да? Да, вставай. Кинкай опять проводник. Увидел, как он смотрится, бля? Потом я, блин, заебаный случай домашний недавно. Петю забафайте обязательно. Сацуну проводник. Я отбежал. Хорошо. Макс, ебашь, короче, босса. У меня есть заряд. У меня тоже есть. Сейчас. Сбит, сбивать? Ладно, я сбил. Я тоже сбил. Выглядишь. Так ты не сказал сбивай, я нажал ебаную кнопку, нахуй. Ну я думал, ты сразу собьешь. Думаю, не сбиваешь, да, если запутался кнопка. Нет. Сацуны, ты полупроводник. Я хочу следующего босса отследить. Луной проводник, если чё, аккуратно. Собил. Опять. Фаза, лови. Аркан, лови. Лови. Бля, не без владюси ебашим. Чё, Гера? Не, поставил, блядь, туда-обратно. Сейчас все руны будут только мне. Зеру, блядь. Жопа. Макс, крест, если чё. Ну ладно, похуй. Смотрим, сейчас руны будут, смотрим внимательно. Смотрим руны. 3, 4. Закройте 4. Там. Все закрыто. Хорошо. Просил. Андрей, мана заливай сейчас. Залил. А руны смотрим. Сейчас будет. 2, 3. Заберу. Дальше. Нет. Войд себя подними. Все. Хорош. А Гобель с первого трага убил оперу сам. Тихо. Руны. Заберу. Бейте, прохиливаемся. Как бы прохилил хорошо, бы бой эту буману как-то, блядь, остановили. Руны, приготовьтесь. Не домашний сейчас. Вот себя подними, главное, подними себя на фул, хорошо. Давай, еще чуть-чуть осталось. Чуть-чуть долбёшку, но... Сколько у меня процентов? 7% 33 фазы, 33 руны, смотри, мне... Всё. Войд, заберу твой, выйди, я заберу, у меня есть кожа. Хорошо. Бочка, подними, решить на всех, я злыбу не знаю, не умри, ладно, блядь. Нет, прям будет еще один. Все. Смотрим внимательно. Одну забрал, все. Крест заберите кто-нибудь, хорошо. Перевели. Все, лови. Все в центр. Луна, все. Все. Я помогу диспелить. А, забери босса.
Босса забери, отойдите, отойдите все, отойдите! Отойдите все! Ура, ура, за звездочкой, ура. За звездочкой отошли. Диспел, никто не бьет вообще нахуй. А не входи в лужу, Макс, там лужа. Встаньте, а вот все сюда. Стоим в ромбе в центре ромба стоим и все. Встаньте. Вот, блядь, он крест поставил. В кресту пока стойте, и он будет тут водить. Он, блядь, пускай ловит. Меткой нахуй натыкаю. Все, домашние боссы. Мельки стоят, курят бомбук. Так, Инвер, я сейчас... Это кому... Кому Инвер? Поводя давай. Сможешь чем-то себе восстановить ману? Поводя давай, Андрей. Финда или Финда? Хотя лучше не надо Финда. Если что, я диспалить могу, короче. Да Тотема спрашивает сколько. 30 секунд от Тотема. Нормально, у него 30% мана еще. Короче, я вторую в группу диспалить. Тут я тоже диспалил. Сверху. А, ну... Тогда я ебашу все. Да, я тоже диспалил. Хотя мана вроде есть. А, вой, ставлю тотем. Сразу 3 стака, блядь. Вот один удар. Да не надо, просто стой, типа, да, иди все, кофе все. Сделай, пока покури, пойди, не знаю. Да. Я просто... Андрей, короче, милите, не знаю, идите покурите пока. Ну я бью молоточками и джагами. Блять, я его ветром поливаю с этими с койлами. Ну ладно, да, не вешайте дебаф на сюда. Блять, конь один раз может поиграть на неделю, короче, и потом сломался, пиздец, ему там обидно. Не помню, что говоришь. Кто сейчас сломался? Не пришел, я в общем говорю, типа. А Наоми также диспелить надо, кстати, или убрали курс, ну, проклятие, промышленно. Да, смотри, ну он не так дамажит раньше. То есть 2 стака не убивают, ой, 3 стака не убивают. Не. Ну там, где курсивили, у нас там 3 человека. Там основа, короче, на Олме это убить собак, все, блядь. А я добил. Хорош. Да. Че там, просите, главное, подавано, чтобы не упал. Опа, штаны. Понимаю, блядь. Забирайте. Максимально, блядь, полезный лут каждый раз. Подаван штаны нужны? Не-не-не, у меня тут 4. Я не думаю. А вот плечи я, наверное, возьму пока. Если никому не надо. На ДЦ, кстати. Я пока что отошел. Не, если надо, я отдам, типа, мне не я просто так, чтобы налево идти, налево. Я отошел, все слышат? Окей. Большими буквами отошел. Классные ноги на ДКшку. Хрена себе на чихи эти плечи смотрятся, пиздец. А? На чихи эти плечи пиздец смотрятся. Фу, это мерчи. Такие забавные эти по существу. Дискорд кинул. Ферк. Дискорд. Флут или куда ты кинул? Флут.
там все-таки. А тут также трэш можно скипать, да? Да. Да, смысл его скипать. Не, нормально смотрится, чё-то. Да там не, ну, пол лица сжирает. Да, чё я... Плечи какие-то несуразно огромные, нарчик. Мне это раздражает. Ну, такая, блядь, словно спряталась, нахуй, за в колоде такой. В бревне. Я вот думаю, наделать скринов с разными плечами, да... Написать им, чтобы они чуть-чуть меньше размер модельки. Можешь. Вот это пиздец. Ну просто посмотри, они охеренно огромные. Просто. Это у кого? Вальчик. Плечи. Ну это надо тебе лучше нового скриншота делать. Ну вот просто даже сейчас на вот этих плечах сзади друг на друга наезжают. О, мне нужны. Мне нужны эти ботинки. Бля. Ну, да, они прикольные. Это даже лучше, чем с РВП. Ну, в плане выноса, конечно, нет, но по слотам да. Я, кстати, надеюсь, что меня пошутили по поводу света. Будем надеяться. По поводу света? Да. Ну, будем исходить из ситуации, как уже будет. Ну... Я думал, вы уже дошли уже, блядь, до этого, до верха. Нет, приходи, хит. Я пока я сам не всю бабушку поставил кушать, все. Пока в свете могу играть. Фу. Интересно тут механики у боссов, кстати, такие необычные. А ты ни разу не был в ГК-регер? Нет. Ну да, первый раз, когда идешь, вообще интересно. Очень интересно было. Ты заметил, очень... как сильно я слакаю на боссах, как у меня ДПС не достает? Потому что тактики не знаешь. Не. Да, не тактики не знаю, себе не уверен, думаю лишний раз его крутить. Кому я что себе... Тебе тоже, кроме своей смерти. Тебе Аран понравится и копыта. Лево, лево. Да. И Молчазар тоже. Молчазар тебе тоже понравится. Молчазар такой. Молчазар. Нет, он интересный. Три это, знаешь, как на, это, на горошек там. Не, ну это да, это да. То, что смена... Я смотрел одну из рекламок сервиса, там говорили, три танка поочередно должны меняться на Молчазаре. Бабка, дай ботинки. Ну мы в два справлялись. Гоу-гоу-гоу. Ты сролил ботинки, которые с трэшем пролил. Жадина. 226. Прото-демона собирает. Какого прото? Не пыль. Ты заметил. Ну правильно, на пыль. В смысле? Он же не дираст, почему не надо? Прикол. Короче, да. Череп первый стан, давай. Первый стан. Да. Во второго чарж делаешь там, или Макс, тебя прокачивает, так понятно, нет, я хуй. Я могу дать стан петом. Можешь петом дать стан, типа. Ну ты в крест дашь, в череп дашь сами. А, диминишинг. Типа это все-таки ощущения прикольные. У меня есть пандовская фигня, если что, попробую здесь. О, работает. Пахтил, чем, ладно, что убили, и никто не упал.
Медведь, медведь пускай ведет себя. Зависер разговаривает с выключенным микрофоном, обожает. Вообще классно, кстати. Я посмотрел... Я сколько его наговорил, блядь, от низа. Жека, Жека, Жека. Все самое интересное. Я посмотрел одну из записей, ну, Влада. Как ты думаешь, что там самое такое забавное? Не знаю. Кто-то говорит, пропадает. Это ты постоянно говоришь, прям как радио такое. Постоянно, нон-стоп. Кто-то там говорю. Пару слов скажет, и Женя всю дорогу говорит. Давай-то я молчу. Я говорю, вчера Влад, ходили в осаду Гримара, он что там качался, уж бабки были. Он идет, бля, какой шмот, сколько шмота, бля, какие шмоты красивые, бля. Да. Нет, и еще раз нет. Чего нет? Меня там не увидели. Да я тебя не зову. Если там увидите, то здесь не увидите. А я тебя не зову, там пацана, то чтобы здесь сидел. Да хочешь зайти, сам зайдешь, что тебя звать-то лучше, маленький что ли? Не, я докачаюсь, я опять позову. Я тогда отсюда свалю и все. Серьезно. Ну, свалим там на недельку до второго, нахуй. Я ж надеюсь, мы копыта бить будем, да? Да, я тоже надеюсь. Сначала гнева убьем, потом да, сперва мы убьем стандарт, чтобы время тут, потом идем править ран, а копыта уже пол факту. Просто, бля, мне долганок нужен, как. А мне ботинки нужны. А мне проходка нужна. Я вообще Максизара хочу убивать, там топор мой лежит. Ну, у него тоже щиток лежит в интересной шее. Попало. Саш, ты что-то... На пропало. Да, ты что-то как-то уже потерял своих персонажей. Ты потерял на одном персонаже. Я не знаю. Я тебя не вижу. Хиле уже. Так что, как ты, ДЦшка-то? ДЦшка? Ага. Да хер его. Я как докачался, вроде в РЛК начал ходить в геровские. Смотрю, что-то вообще так по кайфу, мана не заканчивается, а это у меня булька еще висела. Булька закончилась, я каждый пак сижу, пью, как не знаю кто. Да, есть такое. Да, ДЦ на старте пиздец бомж нахуй лютый. Ну, там у него есть какой-то талант, блядь, не помню, там может включать его, чтобы мана регенерировать. Не, нихуя нет. Не помогает. 1-2% мана регенерирует. Поэтому гибрид пиздатый, блядь. Ну, заебись. Слушай, как считаете, ребят, если здесь заебашить до Т4, он будет что-то давать вообще? Или не будет давать? Кого еще раз? Гибрид Лока заебашить в Т4. Гибрид что-то давать. Или только в Т10, блядь, будет ебашить. Он в Т10 гибридлоков не видел. Я просто... Как? Надо тестить, но в принципе... Если они не фиксанули, тогда не будет... Ну, будет давать. Если фиксанули, то не будет давать. Кого ты хочешь сделать? Гибридлок. Я не дамажит. Фиксанули или не дамажит вообще? Не дамажит. Я тестил. То есть, а если Т10 собрать, Макс? Ну, это 10 я еще не... Не. Вот, мне интересно, Т4, как он себя ведет. Т10, да, блядь, я... Т4 не дамажит вообще. Ну, конечно, бонус... Он где призывает? Бонус не срабатывает, да, вообще никакой? Ну, в плане ты имеешь в виду поджигание вместе с этой... Недрами, да, которые там... Недрами. Блядь, вроде не работало. Ну, типа, не, бомжи-то призывались, почему? Но бомжи ж не дамажат нихуя, понимаешь? Просто, ну, возьмем этот ебаный циркуль, да, и там сидел гибрида. Блять, я, короче, выходил за 25 ух. Он ебурит, блять, будь здоров. В бурсе? Что еще раз? Он бурсит на 35%, охуенно ебурит. Он в конце... Ну, то же самое, как этот, как его, как демонолог он получается, он на 35%. Ну как демонолог, у демонолога тоже на 35% начать ебашить. Ну это... так ты из-за этого и ебашишь на 35%, потому что у тебя, блять, огненная глыба эта локовская начинает ебурить по 30 с хуем тысяч. Ну да, ну вот только из-за него. Вот я хочу попробовать, интересно. Взять персонажа. Не, я тебе говорю, я тестил, мне не зашло. Жирный, пусть пацан. Не пуль всех, а давай этого нового убьем, потому что ауешный моб. Все, на пулю. Ладно, отлично.
Просто пошла, умираю. Все, я таргет и меня. Курва, мать ебаная. Курва. Пиздец. Я видал, как он прыгал, выпрыгнул и в полете умер, блядь, горбатый. Ну а ты, Мак, чё, кого ты создал-то на Легионе в итоге? А теперь я тоже на Легион хочу. Я монаха создал, но мне, блин, падлу качаться, короче. Ты себе монаха хотел? Ну что, монахи ебурят, но... Танк, а да, я бы, наверное, да, ради кача только бы в Легион поиграл. Ну вот с Андреем влетай ради кача. Начинается. И вместе прокачали. Меня в Легионе привлекает ДХ, честно говоря. Меня ничего в Легионе не привлекает, просто я не играл. Я скажу о себе, а ДХ мне нравится только своей мобильностью, что, блядь, можно с гор прыгать нахуй, летать и улетать. Это раз. А второй, я вчера увидел смешной момент, когда курица, блядь, дурит, левитирует в курице, и, блядь, он крылышком так машет смешно. Парит, вниз. Вы какашки, даже не резнули, похуел, блядь. Поебаш, блядь, дальше, нахуя. Ну, ты ботинки распылил, что они резнули. Ну, на меня гро висело. На просто, как комбо ты висел, вот, не резнули. Я бы себя резанул, махнул, ты чё? Да мне джипс нужен, есть джипс? А, кстати, это, на Легионе ханты в мили стреляют или нет? Да, в мили? Да, в мили. Ну, типа, близко к цели стреляют. Да. Да. Ну, мне понравился вчера сурф, блять. А вообще на Легионе ханты эти сурвы хуярятся, как на милики, нахуй. Сурвы, да, мне очень понравился, говорю, блять, этот гарпун пускаешь, нахуй, к этому персонажу прилетел. Ну, он, знаешь, кого мне напоминает? Скорпиона, блядь, Петя, 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 Петя. Да, ты прав, я тебя тоже завидую, знаешь, как Скорпион. Знаешь, одно слово, почему стоит Легион пойти, Там можно шамана танка сделать. Вот я тоже слышал, блять, я офигел. Энха, типа, в танк собрать? Да. Нет Элима. Там Энх, танк чистый, типа, понял. А мне говорили про Элиму, Максим, что Элиму можешь собрать в танк. Ну, если честно, я первый раз слышал. Это звучит интересно. Не-не-не, я тоже услышал, я начал интересоваться, нашел. Ну, ведущий, типа, я не знаю, как на этом сервере, но, типа, на Фе все делали Энхо в танках. У них, по-моему, таунт есть. Не, можно, там их собираешь в эту универсальность Энха, и он становится как танком у тебя. Я смотрел ведущий, короче, да, он там как офф-танк получает на некоторых боссов. Честно, ни разу не видел. Вот, блядь, сколько играл, там, ну, типа, достаточно долго играл на Легионе. Ты ж на этом, на его... Убивайте его, ребята. Я с тобой согласен, что это пиратка, типа, но... Я думаю, там уже все-таки все равно будет, пацаны, что-то такое, ну, говорить за нас. Вот, нет, поэтому я сразу спрашивал, есть ли там, ну, этот нормальный инхидинг, типа, в плане, доделанный сервер или нет. Ну, типа, нет, там, смотри, вот скажу за его, вот сколько я на нем играл, там хуёво работает только Длинор, все. Остальное там все нормально работало всегда, типа. Да. Мне единственное, не понимаю, почему они закрывают инсты временами. Один за одним. То один не работает, другой не работает. Вот да, вчера был закрыт, ЦЛК был закрыт, и закрыт был у кого-то. Грозовой. Есть, я поставлю. Так. Ночных эльфов нет? Есть. Где, покажите мне. Ой, ебать, я на гнева не помню, что там, надо по камушкам прыгать, да? Ого. А вот тоже все изи. Ну, сейчас закрываем самое все простое, по самому деле, самое сложное. Сколько рога может скидывать? Крест. Квадрат. Курва. Войд. Курва. Луна. Войд луна. Жирная хуйня будет тогда череп. Слушай, а может мы здесь наоборот это самое войдом шп сосунов? Да нет, да так нормально. Да не, делайте войда шп. Дальше. Пусть ретрик меня бухой, бля, хэпал похит. Войд купол ебаш. Какая тогда звездочка. Мы на том КД типа дерево Эршам было. Ничего нормально себе. Да, не знаю. Там был Севердру. Покомфортнее будет чувствовать. Нет? Это, конечно, квадрат. У тебя службы есть.
щит. Что пьем, сапрот или... Что, короче, тут нихуя, что есть, то есть стены ебашьте. Ничего не меняйте, бьем, чтоб ничего не это. Занимайте свою меткой, соответственно, короче, ваша задача. Смотрите, босса пулят, босс кастует лучи. Будут три луча, то есть если у вас есть возможность снять луч, вы его снимаете. То есть снимаете луч, захлыбы, инвизом, все нахуй. Баблом и бобом больше ничем не снимается. Соответственно, будут, блядь, моделировать ситуацию на себе, Андрюха, типа. На тебя вкинулся луч, твоя задача, что ты стоишь на месте, блядь, на тебя прокает, короче, лужа темная, ты вышел вперед на шаг, вот. Прокнул лужу, опять дальше вперед. Не обязательно вперед, может, наискосок, типа, идти, ну, ближе к хилу. Самая главная задача — не пересекать лучи. Лужи не стоять, лучи не пересекать. Ни свои, ни чужие. Всегда через луч никто не должен переходить. Ты через другой луч тоже не должен переходить. Если на тебе луча нету, ты просто по правой стороне идешь, вот череп бежит, блядь, и пиздуешь бить босса, все. Начинается темная фаза, босс уходит туда, где он стоит, короче. Вы все идете вот сюда, в череп, вот сюда идете, в череп. У нас топ РД берет, условно, бойчик или бафка берет, и у нас получается дебаф, то есть портал. И по команде бурстите босса. До тех пор, пока не скажут босса, не бьете. Все. Побили темную фазу, опять обратно построились, ждете лучей. Все, это весь босс. Это не шотает луч, как синий? Не, он не шотает, но пересекать не надо. Ничего не сравнивать, просто вот. Если тебе луч, идешь прямо все нахуй. Если нет, идешь бить босса. Под ебало босса не заходишь никогда. Так, здесь вам купол, не шамшишь. Это к боссу бежишь в сзади игроков. То есть оббегаешь не по здесь, где у тебя бегает ДКшка, а с другой стороны оббегаешь. Да, мне уже показали, я понял. И если все, там тебя лучше удивляет, можешь зеленку нажимать, чтобы передвигаться, чтобы хилу помогать. Хочу в меня луч. Все, все, готовы. Иди пуляй. Малыкаш прыгнул, блядь. Wait boys. Вы только на тем. Ну, ждем. Вот сейчас каста стоится, выберет три человека. Все, вот выбрал меня, короче, ты идешь бить босса. Моя скибиди, блядь, в сосону побежал, блядь. Сюда. Саня, а че ты не скинешь лучше нахуй? Баблом. Эй, профил. Ну как вы там упали-то? Я стрессировать не могу, алё, а чё за хуйня? Ты в луже. А, охуенно. А чё, где будет? А как Владюха упал? Ну понимаю, я, блядь, тут умер, меня не хилили. Так ему надо было вообще кошнуться и все. У меня не было лучей. Под дыхание залетел, череду завал? Нет, у меня, я вообще на этой работе никогда не вижу. Я так понимаю, в вагон тебе не заходить не нужно, да? Все, побежали, череп. Сусуна возьмешь? Да. Вон написано, дыхание пустоты 30 тысяч. Все. Портал возьмешь, Сусун, да? Да. Окей. Босса не бейте, ищите дебаф, все. Не, это, на атаку... Я не могу понять, а почему меня не хилил? Мол, вот ты что там где-то доставал или что не понял? 8 секунд. Ясно. Деля. Блять, хуёво, конечно. Бьем. Все, бейте. Гера. Да нет, ты, блядь, вообще на танка забей хуй. Ты силишь лучи. Он когда тебе скажет, когда ты его щитуешь, а когда не скажет, то все равно. Зачем боссу давать их 4 человека? Так что бьем, да, посильнее нет. Да, но... У него нету берсы? Нет. Нету, но все равно неприятно. Минус, блядь, 2 ДД, 10К ДПС нету. Получаем, по меткам стали, по меткам построили, все, брат. По Жене дал. Да, все, Войт чисто себя хилит.
Ну я тоже, блядь, что-то так проебался непонятно нахуй. Я не знал, что лужа не сидит нахуй. Это именно с лучом не сидит? Не-не-не, в лужи сало кидается. Тебе надо выйти из лужи и кинуть на себя две ходки. Я понял. Я что-то ехал, значит, раньше лужи не стоял. Получается, сидел, Андрюха вагон. Получается, да? Ладно, я отойду, пока сами тут поразберусь. Так вот для чего это было сделано, я понял. Под этим дебафом ты же, по идее, бить можно, да? Тебе отражаться урон будет 100%. 50%. Ну, 50%. Ну, тебя никто не будет прохиливать. Тогда и уебу ему, я хочу поставить. Ну, еби разок. Оно меня не хилит. 3 секунды. Поехали. Хотя бы кольцо. Мне почему-то кажется, что он Хейме легче, чем... Да. Ну как, не легче? Исполн... Нет, почему? Тут главное танк жирный, и все. И все. Тут именно только танк играет. Ну, типа мобильный, там челы такие напряженные, выходить из лужи, никто не может ничего сделать, не тупят. Да. Встал на построение, стоишь. По меткам. Ой. Встань как-нибудь так, чтобы ты меня хилил. Там стол мешает. Вот, полупрок на лужу двигается. Только лучи не пересекайте, смотри. Вот сили, если еще лучи, там 3 человека. Кинкай, зеленку прожми, просите кинкая. Вот, ну я ж просил сили лучи. Это время. У нас Жека с лучом бегает. Да похуй, что же там Жека с лучом бегает. Ну, он там хилит. Так, ну там места хватает действительно. Я на паладине себя прохилил. Типа там только до канала было. Я хотел где-то свабать, вагоны... а кнопку не нажала, чтобы вас пахать. Получается вагоны. Да, бля, мне простительно. А я думал, тут лужа будет, как в обычке лужа, понял, черная, а тут огонь. Он еще сливается с полом. Минус 3 уже, блядь. До 44 босса, еще 2, 2 перебежки, все. Бьем. А шея с острова считается бисом? Да. Да. Ну, на ДД только. На танка с хилами говно. А это, танчик, пожалуйста, заранее там выбей, как-то поставь красиво для себя. Он сам ставится, не я ставлю. Я не кричи, я просто прошу. Я спокойно говорю. Блин, Давайте тебе усиление микрофона надо чуть-чуть поменьше. У тебя, понимаешь, у тебя такая интонация разговора, типа, блядь. Чё ты ебанулся, сука? Вот так вот. Надо еще просто усиление микрофона на 10% уменьшить, и все будет чётенько. Он на блоке скорее всего играет. Да не, он у меня уже потише давно, типа просто у него... Ура! Так, так я пошел на рим, короче. Я пошел гулять. Они все сохранили. Макс, беги в эту сторону, ко мне, я тебя похилю. Хочу. Ну и а давайте в следующий раз слово хуй напишем лучами. Зачем? Не, давайте. Я букву Х уже написал. Андрюха, много эффектов, что давайте я не после, уверен, после нерфа это мы сделаем, когда там коров нерфанут. Ну, не, но я букву Х уже написал, тут досталось две буквы. Вот вам админы. Смотрите. Угу. И скриншотики им отправить. Нет, я вашу кару, блядь, на конце вертел.
Типа админы ебланы, да, нахуярит. Реклама циркуль, пишет циркуль. Вы все ебаны. Дыркуль, ком, блядь. Ума, нормально я шахматную доску нарисовал. А я хочу научиться чисто лужу в лужу наносить. А, ну, это тебе палом, значит, щитком на себе можно попытаться. Саша, лужу в лужу ты в детстве делал. В смысле? Когда тебе был годовалый, факер сходил, лужу в лужу. Поехали. Вот уже того, уже троих похоронил. Гробовщик, блядь. Как? Кто же будет следующий? Русская рулетка воина. Ну да. Слабые, сколько на это. Вагоны, блядь. Вот вы сейчас смеетесь. Сейчас пойдем на раз. Все. Ну да, там уже будет интереснее. Сейчас вы сейчас увидите, дожди, сейчас это. Сейчас будет маленький вагон, у меня. Ой, нет луча на мне. Могу боб дать поклонение. Давай по Максу. Он ботинки распылил. Ботинки распылил. Не бейсовые на моего попробуем. Да, если бы не ему душу добавили, то это было бы жестче. А мы никого не, нет, сам, не поднимали, это может Гера было ему дать. Нет, не поднимали. Макс, отойди. Я треугольник рисую, отойди. Че там Пити делает, блядь? Пожалуйста. Чуток накинул, сучок по схеме. Нет, за 15 секунд не успеешь. О, мы можем убить его за черную фазу, но ачивку дадут, наконец. Я можем его убить, да, за черную фазу. Так. О, я придумал новый рисунок, который буду рисовать. Уй. Правильно. Фитя, просто в голову ничего не приходит больше. Ну, в голову много чего приходит. Ай, хватит, сейчас, наверное, они его убьют уже, так как говоришь, черная фаза. Ну вот, ну давайте играть уже все. Да не, вы шо? Прохиливай. Блядь! Сейчас помрёте все. Хилюйте, пожалуйста. Дайте хуйня, блядь, он 5 секунд добейте босса и все. Что такое чёрная фаза? Он сейчас чёрная фаза, он сейчас. Если мы его сейчас убьем, пока он черный, нам дадут ачивку. Убьём. Не факт, давай бочек руби. Бурстим! А если мы его сейчас не убьем, нам надо в рот. Да, по нему еще больше урона проходило. Точно. Давай, да! Ага, найс ачивка. Что, не успели, что ли? Где ебаная щит? О, гандык классный. О, где ебаный щит? Где ебаный щит? С этого босса. Так, у нас есть телепорт, заебись. Хоя с 3 кд подряд, понимаю. Ребят, вставайте, ребят, там есть. Я не знаю, это лут какой-то пиздец просто. Там есть портал. Сегодня, я так понимаю, нормального лута не будет, да? Походу, видимо, да. Ну ты уже спину взял, как минимум уже хотя бы не сходил. Да, согласен. ОД полутал и уже заебись. Что такое нормальный лут? Остался ботинчики. Который помнишь этот Андрей пылить. Гильдию Savage, да? Челы за фул ЕП отдавали шмотки, которые нахуй никому не нужны. Правильно. Не, ну там, понимаешь, типа... Там это ЕП не работало вообще, типа, слово совсем. Типа. И плюс там РЛ и его компания... Ну такой лютый быдло движ, не знаю. А от этой шмотки можно было отказаться? От какой? Ну, которая нахер никому не нужна и за фул ЕП отдают. Да, можно сказать, ну типа, ну условно, понял, ну, типа, ну, я успех ну, надеваю, короче. Я понял, я печально разочарован, просто надо было, шмотка нахер никому не нужна, но она все равно на твой класс, поэтому на, получай, минус либо все. Они потом развалились по итогу. Правильно. С
Кстати, Андрей, а сколько Макс вчера дал на этом все мероприятии? Ну, где-то вот 14 или 15, наверное.